Дорогие друзья и подписчики, очень часто владельцы вязальных машин Бразер сталкиваются с проблемой использования платировочного челнока. И в чем заключается эта проблема? Мы заправляем нити в платировочный челнок, и они вылетают в процессе вязания. Достаточно неприятный момент. Давайте посмотрим, как это происходит. И вот мы вяжем, и вот у нас уже, посмотрите, одна нить вылетела из соответствующего ей места. Согласитесь, это неприятно. Такие два ряда пришлось бы, такой ряд пришлось бы просто распустить. Поэтому очень легко мы можем исправить эту проблему. Всего лишь с помощью любой резинки для волос. Надеваем резинку для волос на винты, крепящие платировочный челнок. Ваши нити надежно закреплены, и они никогда не вылетят из одноконтурного платировочного челнока. И, пожалуйста, создавайте ваши шедевры с помощью платирования, не боясь, что ваша платировочная нить покинет свое место. Можно, конечно, во время вязания вручную придерживать эти нити, а можно просто использовать самую обычную резинку для волос. Ваша Лорен. We'll be right back.